Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Я сегодня на рыбалке. Первой рыбалке удочкой этого сезона. Поймал два хариуса. Было два схода. Ветер сегодня. Взял собачек с собой выгулить на свежем воздухе. Что делать? Тут хороший, вот в этом месте сход был. Да это все накололся. Не хотит. Ладно, пойдем дальше. На сетке-то я половил щучку и хариуса. И на лимчик, и сик попадался. Что-то я... Собачек с собой взял. В этом месте я две тетерки тут поднялось как-то. В этом месте я хочу путик на куницу делать. Место хорошее, лес хороший. Норка есть в этом ручье. Пока поставлю на паузу. Почти. Место такое неплохое. Видите, ветер такой. Тебе хреновенький. Я думаю, из-за ветра клёва нету так такового. Такого клёва из-за ветра нету. Хариус-то все знаете. Капризная рыба. То он клюет, то не клюет. Так, ставлюсь на паузу. Маленько перешел. Да, этот год буду здесь путик делать. На куницу. Вот тоже хорошее место. Все. Неужели из-за погоды не ловится нифига? Ай. Вот тоже перспективное местечко, где может хариус стоять. Может, попробую? Не клюет и все. Ну-ка сюда. Сейчас ставлю на паузу крючок. Вот.
только поставил на паузу, хотел червя заменить. Вот, небольшой попался. Выброшу. Пускай плывет дальше. Так, значит, тут стоит. Сейчас попробуем червя. Все, червя поменяли. Все, делаем заброс. Где-то еще должен быть хариус. Куда поближе. А еще хотел попросить, может, кто посоветует какую-нибудь программу, которую можно установить на Android телефон, чтобы монтировать видео, чтобы вот так вот наснимал кусками и смонтировал одно длинное. Может, кто подскажет? О-о! Клюнуло! Может, кто подскажет этот, какую-нибудь программу эту? А то я не хочу хорошо снять несколько, наснимать. И нифига не получается, потому что не знаю, какую программу установить. Так, сейчас червя займем, посмотрим. О, червяка поправил. Орел стоит, но не хочет брать. И что, все? Один раз клюнуло и все. Ладно, сейчас поменяю червя. Поменяли червячка. И что, накормили, что ли? Не пойму. Стоит же хариус. Удочку положим. Стоит хариус, но нифига не берет. Еще где-то надо нимф все или мушек заказать. Может, кто подскажет. Где? Приходько, по-моему, делать. А, нет, у меня есть. Сосед хороший. Можно делать, точно. Поговорить, купить. На муху бы, я думаю, взяло. И на короеда самое то. Да, на короеда самое то. Видео я на телефон снимаю, который мне подарили. Вот надо сюда установить какую-то программу, чтобы видео монтировать. Более-менее получше, хорошее видео для вас снимать. Ты что, я одним кадром все снимаю? Я кину. Сейчас вот туда кину.
Во-во! Клюнула. Опять червя сбила. Ёпарас это. Опять червя надо менять. Ладно, друзья и гости моего канала, до встречи. До свидания, любви, здоровья, всего наилучшего вам, пока.